когда клеишь на стену кафельную плитку, наслаждаясь тем, как все идеально и четко получается, чувствуешь себя богом сортира, который ты обклеиваешь. Самое главное не ебланить и не оставлять никаких пустот под плиткой. Ну просто не работа, а песня, остановить которую может только препятствие в виде розетки, которую необходимо качественно установить. Таким образом я забираю хлеб у электриков, которые пока даже не подозревают, что у них появился очень серьезный конкурент, просто глобальный игрок на этом рынке. Самое главное, чтоб не поймали и не отпиздили. За то, что я беру с клиента по 25 рублей за розетку. А что поделаешь, таковы реалии бизнеса. Выживает сильнейший. И жадничать тут нельзя. Любая розетка мне нипочем. Осталось лишь выучить закон Ома и буду на равных базарить со всеми электриками. А дел тут совсем ничего. Просто снял старую розетку, сделал в плитке дырку. Приклеил ее к стене и вставил розетку в вырезанную дырку, соблюдая технику безопасности, чтобы не пиздануло током. Обязательно проверить коробку розетки уровнем, если не доверяешь своему кривому глазу. А потом что-нибудь подключить и проверить. Ну, вроде все нормально, работает.